На этой неделе в муниципальные медицинские учреждения города Белово поступила вакцина «Грипол». Около 5000 беловчан теперь имеют возможность предупредить такое тяжелое вирусное заболевание, как грипп. Специалисты утверждают, именно ежегодная вакцинация населения помогает избежать эпидемиологической ситуации в городе. Грипп является очень высокозаразным инфекционным заболеванием. И для того, чтобы предотвратить себя, предотвратить свой организм, чтобы не заражать окружающих, обязательно нужно сделать прививочку против гриппа. Значит, мы работаем вакцины «Грипол». Вот такая вакцина поступила к нам в поликлинику, значит, в количестве 4680 доз. Прививочка, вот эта вот вакцина, она создает защитные антитела в организме. Если поступает вирус гриппа в организме, значит, вот эти антитела, они нейтрализуют этот вирус, и тогда заболевание как таковое, грипп, не развивается. Кроме осложнений, которые часто становятся последствиями гриппа, еще одной неприятностью является серьезное снижение работоспособности. Человек выпадает из активной жизни на пару недель или даже месяц. Сегодня на вакцинацию пришли беловские журналисты, те, кто постоянно в гуще новостей, и упускать важные события из-за болезни не намерены. Такая пора осень, да? И, ну, а не вам говорить, какая у нас работа, и грязь, и дождь, и нам не важны никакие... Съемка в экстремальных условиях. А грипп такая болезнь, которая, она приходит нежданно и негаданно, да? Ну, поэтому, знаете, в прошлом году отболел, поэтому как-то не хочу повторить. Призываем всех беловчан к этому процессу присоединиться и пополнить ряды здоровых людей. Чтобы поставить прививку, не обязательно идти в поликлинику. На сегодняшний день сформировано около 10 прививочных бригад, которые посетят предприятия, детские сады и школы. Вакцинация, конечно, не панацея от вируса гриппа, но несколько минут, потраченных на визит в процедурный кабинет, в дальнейшем могут стать решающими в схватке с осенним холодом и сыростью.